В Чебоксарах проведут профилактическое мероприятие «Скорость». Экипажи ГИБДД, вооруженные специальными техническими средствами, будут дежурить в местах частого нарушения водителями скоростного режима. Для проведения рейда предполагается задействовать сотрудников и других подразделений, а также внештатных полицейских. В ходе операции будет обследоваться и состояние дорог. Если его признают неудовлетворительным, к балансодержателям трасс будут приниматься меры административного воздействия. Однако главной причиной аварии по-прежнему остается нарушение скоростного режима. Только в столице за 10 месяцев зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 96 травмировано.